эмоциональное, лучи счастья, пульсирующие сердца. Flash dance success! Удивлять. Мы сегодня опять удивили. Мы организовали и провели флэш-дэнс. Мы отказались от привоза хедлайнеров с Москвы, с Питера, даже зарубежья. Они нам не нужны. Потому что каждый житель города Хабаровска именно сегодня показал, что он главный хедлайнер на этом мероприятии. Танцевальное мероприятие года. Флэш-дэнс – это совместное занятие таким безумием. Это объединяет, это круто, это энергия. Танцевальная вспышка. В зале происходила какая-то нереальная энергетика, люди все танцевали все со светящимися палками. Это было очень крутое событие, где куча движений, танцев, одновременный ритм, одновременный подъем, одновременный вниз, да, погружение вниз. Я не знаю, это просто один сплошной адреналин был. Все просят еще побольше таких мероприятий. Скажите, будете ли вы их еще устраивать? Мы обязательно повторим такое мероприятие. Я думаю, это будет на открытом, под открытым небом. Да, и это будет с огромным количеством людей.